Всем привет! Сегодня я вам представляю монету номиналом 5 гривен, выпущенную Национальным банком Украины и введенную в обращение 5 января 2016 года. Эта монета продолжает серию «Украинское наследие» и посвящена столетию первого исполнения музыкального произведения «Щедрик» известного украинского композитора Николая Леонтовича. Тогда его исполнял хор Киевского университета. «Щедрик» – одна из самых известных музыкальных обработок Леонтовича не только в Украине, но и во всем мире под названием «Колядка колоколов». А теперь о самой монете. Монета выполнена из низельбера, диаметр 35 мм, масса 16,84 грамма. Тираж монеты составляет 50 тысяч штук. Гурт рифленый. Качество печати. Специальный Uncirculated. На аверсе монеты на матовом фоне находится рельефное изображение ласточки. За ней нотные строки с мелодией «Щедривочка». Вверху малый герб Украины, надпись «Украина» и год 2016. Внизу указана стоимость 5 гривен и под ней, под надписью, логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Итак, на реверсе монеты изображена группа колядников. Один из них держит в руках рождественскую звезду, а над ней надпись «Щедрик, щедрик, щедривочка». Монета очень красивая. И в конце своего обзора добавлю, что стоимость этой монеты сейчас на рынке составляет примерно 3 доллара США. Хоть Нацбанк и анонсировал розничную стоимость примерно в 1,5 доллара, но купить ее за эту цену сейчас практически невозможно. Все распродано. Если вам понравился обзор монеты, поддержите лайками, подписывайтесь, пишите комментарии. Я буду рад узнать ваше мнение про эту монету. А сейчас я с вами буду прощаться. Всем удачи и до встречи в новых видео.